Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. На вебинаре за 21 января 2023 года Алексей доказал, что за время холд-периода в блокчейне Призм благодаря гибридному парамайнингу можно получить прибыль 94% в монетах при структурном балансе в 10 миллионов монет. Полную версию вебинара вы можете просмотреть на канале Алексей Миреев, а получить 10-миллионный структурный баланс вам помогут в команде Нейра или паровоз Призм. А сейчас я вам поставлю вырезки из этого вебинара с доказательствами этого факта. Обратите внимание, хотел на то, что у меня человек заполнил анкету сделать ему подпорку до 10 миллионов монет. Какая же разница будет, есть 10 миллионов или нету 10 миллионов? Сейчас вот прям наглядно вам покажу, как это выглядит все. В кошелек заходите, то у вас показывает парамайнинг в 50 тысяч всего лишь не гибридного майнинга. Дальше. А здесь только от того, что я подставил 10 миллионов монет, после этого стало отображать. По факту это наполовину больше. Вообще уникальная вещь. Как бы. Так у него 50 тысяч монет было намайнено. Как только поставили 10, сразу отображается уже 75 тысяч монет. Но и это отображение идет без того, что кошелек стоит в холде. И Алексей прав. Если вы перейдете в свой кошелек с GitHub по ссылке «Удобный онлайн-кошелек зеркала Wallet Prism Space», то в этом кошельке, да, вы увидите парамайнинг без учета гибридного парамайнинга в холд-статусе. А вот если перейти с GitHub по ссылке «Удобный кошелек V1.3» в кошелек Wallet Prism VIP, то в этом кошельке уже показывает и гибридный майнинг в холд-статусе. Об этом я рассказываю вот в этом ролике «Преимущества блокчейна Призм» на 53-й минуте. У кого есть компьютер и программа Excel установлена, тот сможет зайти вот в эту программу «Паракалк», в нее вставить вот этот свой кошелек. Ну, вот здесь видно Q35. Поставил, что вот структура, видите, здесь 10 миллионов монет. И отображалось, что должно начислиться 18 числа не 75 тысяч монет, а 102 тысячи 900, ну почти 103 тысячи монет. 102 тысячи 885. 18 числа делали транзакцию исходящую человека, соответственно, кошелек вышел из холда. Вот этот 35-й. И начислилось 102 тысячи 885 монет. Заходим из закладок на GitHub, выбираем удобный онлайн кошелек V1.3, выбираем здесь русский и нажимаем кнопку «Войти». Вставляем адрес кошелька, он у нас в зашифрованном виде здесь. Также, если вы заходите в этот кошелек по парольной фразе, она тоже фиксируется в зашифрованном виде. Нажимаем «Войти», и вот этот кошелек с окончанием на 68Q35, мы видим, что с этого кошелька уже вывели на парамайненные монеты 102 180, а тело, которое было, осталось 109 980 монет 88 центов. И мы уже видим, что на парамайнинге здесь 67 монет напарамайнилось. Нажимаем здесь вот на этот кружочек «Детали сделки». И мы видим, что этот кошелек с 18 числа, а сегодня у нас 23 января 2023 года, мы видим, что этот кошелек в холд-статусе стоит уже 5 дней. То есть парамайнинг человек продал или вывел на другой кошелек, а тело оставил на второй круг. То есть вы один раз приобретаете до 110 тысяч монет на один кошелек, по окончанию холд-периода выводите на парамайненные монеты и получаете благодаря этому пожизненный пассивный доход. Заходим на CoinMarketCap и видим, что сегодня призм стоит 0,002296. Человек продал 102 180 монет. Берем калькулятор. 102 180 умножаем на 0,002296 равно $234.
То есть человек за время холд периода заработал 234 доллара. Если в течение года ежемесячно создавать с таким балансом 12 кошельков и более, то это уже будет называться майнинговая ферма, которая будет приносить вам пассивный доход ежемесячно. Если хотите больше роликов, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. С вами была Валентина Синема 2.